В общественном транспорте Великого Новгорода стартовал социально-просветительский проект «Мобильная библиотека». Это совместный проект автобусного парка, Кремлевской библиотеки и крупного российского сотового оператора. На борту транспорта виртуальный книжный шкаф, на полках которого не обычные книги, а их изображения с QR-кодами. С помощью специального приложения, сканирующего код, буквально в один клик понравившаяся книга окажется в вашем смартфоне или планшете. Я думаю, для новгородцев это будет очень полезно, тем более, что читающие, если мы помним, старые те времена много было ездили с книжками, а сейчас будут ездить с телефонами и будут читать те книги, которые есть. Но это начинающий проект, а в дальнейшем мы будем, исходя из тех всех приложений, которые будут тоже нам поступать, мы будем с ними в дальнейшем развиваться. В честь запуска проекта вместо привычных кондукторов пассажиров встречали Николай Карамзин и героиня его повести «Бедная Лиза». Выбор персонажей не случайен. В этом году исполнится 250 лет со дня рождения великого писателя. Пока стартовали только три читающих транспорта. Это автобусы под номером 4 и 5, а также троллейбус под номером 2. В будущем планируется расширить количество маршрутов.